Участники школы пленэры «Киселевские зори» в этом году вновь побывали в региональном пресс-центре издательского дома «Ульяновская правда». Среди гостей были представители из Москвы, Казани, Пензы, Ульяновска. Впервые в «Киселевских зорях» принял участие член Союза художников России, участник международных пленэров за рубежом Федор Помелов. Он неоднократно был участником пленэров Международной ассамблеи художников «Пластовская осень». Вчера я провел мастер-класс с утра в музее в краеведческом Сурском. Там любезно предложили брать предметы любые, составлять композиции, натюрморты. Вот мы вчера утром в 10 утра, я поставил во дворе натюрморт из старых утюгов, ламп. Там, ну, я люблю эту тему, я могу каталог показать. И мне было удивительно, что дети так это активно рисовали и... Интерес такой у них был. Также впервые приехал на пленэр председатель Творческого союза художников Республики Татарстан Ильгизар Самакаев. Естественно, мне понравились места. То есть они отличаются и от, вот, в общем-то, и от наших, казалось бы, Волга рядом, но у вас вот эти вот горы такие, вот, вот ландшафт очень интересный, особенно как раз вот где в Сурском этом происходит этот пленэр. Из Пензы, не считая Ульяновска, было наибольшее количество художников, в том числе и студентов. Школа пленэр была посвящена 110-летию со дня рождения заслуженного художника Российской Федерации Виктора Киселева, ученика и близкого друга Аркадия Пластова, уроженца села Комаровка Маинского района. Итоговая выставка будет здесь, в пресс-центре «Ульяновской правды». Итоговая выставка нынешнего пленэра. И все художники, и дети, и взрослые будут здесь представлены в рамках вот, Международной ассамблеи «Пластовской осени». В рамках визита киселевцев в пресс-центре открылась выставка Елены Муравьевой, преподавателя Ульяновской детской школы искусств номер 6, постоянной участницы «Киселевских зорь». Все работы на выставке «Акварельные дали» были выполнены на родине двух великих художников Симбирского края Аркадия Пластова и Виктора Киселева. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».